На Лазурном берегу Франции в курортном городе Кан открылся один из самых престижных кинофестивалей, относящийся к категории А – Международный Каннский кинофестиваль. Каннский кинофестиваль – это своего рода европейский Оскар. Его открыл финеконкурсный фильм «Грейс оф Монако» французского режиссера Оливье Даана. В главной роли княгини Монако Грейс Келли снялась голливудская актриса Николь Кидман. Правящая семья Монако во главе с князем Альбером II, сыном Рене III и Грейс Келли намерена бойкотировать Каннский кинофестиваль. Семья княжества посчитала его слишком гламурным, красивой сказкой, не имеющего ничего общего с реальной жизнью княгини Монако. Князь назвал картину «Грейс оф Монако» фарсом, однако признался, что видел только трейлер. Мильяна Гашимова, Хумбет Мамедов, Азертач.